Товарищи, уже пятый месяц мы ведем протестную кампанию 2019 года. Лето на подходе, и, возможно, власти ждали затишья протестных настроений. Но мы не собираемся сбавлять темпы, и даже наоборот, мы в этом месяце проведем еще два мероприятия, 19 и 30 числа. И мы призываем вас активнее присоединяться и помогать в нашей кампании. Вливаться в борьбу надо уже сейчас. Мы иногда слышим негативные комментарии в свою сторону о том, что митинги уже неэффективны и уже ничего не поменять. Кто-то говорит, надо как во Франции, либо вообще никак. Но посмотрите хронику ранее. Все крупные бессрочные протесты начинались с маленьких инициативных групп и одиночных пикетов. Вспомните митинги по тарифам в Новосибирске или протестную кампанию против повышения пенсионного возраста в прошлом году. Все всегда шло по нарастающей. Чтобы добиваться цели, необходимо ставить конкретную задачу, ясно осознавать причины и следствия. Мы проводим кампанию за отмену антинародных законов и реформ, разработанных и принятых в 2018 и 2019 году. Это не просто экономические изменения. Эти законы забрали часть наших прав. Если мы не будем отстаивать свои права сегодня, завтра у нас заберут свободу или даже жизнь. Как говорил субкомандант Маркос, мы не рождены для того, чтобы убивать или для того, чтобы быть убитыми, а только для того, чтобы быть услышанными. Ближайшая акция против антинародных реформ пройдет 19 мая в 13:00 в Нарымском сквере. Вход со стороны цирка. Приходи сам и приводи своих близких. Друзья, почему мы терпим тех, кто разрушает нашу Родину, разрушает будущее наших детей? Почему мы терпим тех, кто нарушает наши права? Мы все помним сказки Джани Родари про Чиполлино и Чуковского про таракана. Вам таракан никого не напоминает? Принесите ко мне звери ваших детушек. Я сегодня их за ужином скушаю. Наших детей забирают в армию, и они погибают в других странах за меркантильные интересы олигархов, развивающих там бизнес за счет гибели этих парней. В России принимаются антинародные законы, а коррупционеров и обнаглевших олигархов защищают генералы и прокуроры, предавшие родину и продавшие честь за подачку со стола коррупционеров. Хватит это терпеть. Выходим все на митинги протеста, организуем митинги и пикеты в своих городах. В Новосибирске следующий митинг будет 19 мая на Рымском сквере в 13:00. 12 июня мы готовим общероссийскую акцию протеста. И, друзья, нам важна ваша помощь и поддержка. Выходите на митинги, делитесь видео со знакомыми и в социальных сетях, оставляйте 2-3 комментария. Давайте вместе наведем порядок в нашем общем доме в России.